помогала моя подруга. Она была моделью. Вот. Мы представили 3 фотографии в различных номинациях. Вроде все получилось. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про номинации. Каково было творческое задание на этот этап? Было 5 тем. Первая тема «Здравствуй, Бубс». Вторая тема «Что-то про солнце». Третья «Весна идет». Четвертая тема «Отражение». И пятая тема «Обыденность». Я представляла свои работы в теме «Здравствуй, Бубс». «Обыденность» и «Весна идет». Это замечательно. Я так понимаю, вы уже во второй раз участвуете в нашем конкурсе. Скажите мне, давайте, во-первых, да, поаплодируем. Это, мне кажется, прекрасная традиция из года в год участвовать в нашем конкурсе. Это восхитительно. Скажите мне, как вы оцениваете свою работу? На 4. Вот заметьте, друзья мои, вроде бы как и с уверенностью, но и с легкой опаской. Очень продуманно, вот так очень, знаете, очень хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вы уже во второй раз в нашем университете. Как вам наш вуз? Ну, давайте, бальзам мне на душу. Хороший. Так, а что вам нравится больше всего, расскажите. Отношение преподавателей к детям. Студентам. К студентам. Это привыкнут, привыкнут. Анна, в каком классе вы учитесь? В 11 классе. Я надеюсь, мы можем ждать вас в следующем году в приемной комиссии? Можем, да, я уверен. У меня тоже возник вопрос к нашей участнице. Артур Каренович сказал, бальзам мне на душу, а теперь еще тоже мне на душу хочется бальзам. Я все-таки действительно участие принимала, вы мне все как родные, да, все знают, что я Ольга Александровна Рутер, которая вела с вами со всеми переписку. И, соответственно, вопрос. А как вам наш конкурс на нынешнем этапе? С каждым годом все лучше и лучше. Вы оценили свою работу на 4, а нашу? На 5.